Анонс и точка выхода 32 серии турецкого сериала «Дикий». 32 серия сериала будет в эфир 30 апреля. Ранее в сериале мы увидели драку Гювена с Серханом. Мужчина остро реагирует на слова Серхана и не сдерживает себя, ударяя его. Это приводит к плачевным последствиям. Серхан падает на землю и ударяется головой о бордюр. Мужчину забирают в больницу. Гювена забирают полицейские. Аси в разговоре с Алазом напоминает, что его отец не святой человек, и он годами занимался тем, что пичкал его маму лекарствами. Алаз говорит, что несмотря ни на что, этот человек его отец. Эльфин приезжает к Шебнем. Она говорит женщине, что обязательно выяснит все, что Шебнем скрывает. В следующий раз войдет в эту дверь, чтобы арестовать ее. Али приезжает к отцу в тюрьму и рассказывает, что Серхан больше не сможет ходить. 32 серия сериала выйдет в эфир 30 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.